Представители Меджлиса крымско-татарского народа возложили цветы к посольству Франции в Киеве. Таким образом, они отдали дань памяти жертвам терактов, произошедших накануне в Париже. Вместе с лидером Меджлиса Рифатом Чубаровым члены представительского органа крымских татар пришли к посольству с семьями. Возложив цветы, Рифат Чубаров сделал запись в книге соболезнований посольства, а также выразил соболезнования послу Франции в Украине Изабель Дюмон, передает издание «Крым. Реалии». Цветы к французскому посольству люди несли все выходные, днем и ночью. В субботу здесь побывали первые лица государства и правительственные чиновники. Напомним, в ночь с пятницы на субботу 14 ноября в центре Парижа произошли серии терактов. Неизвестные организовали взрывы у Центрального стадиона, захватили заложников и устроили стрельбу в клубе Батаклан. Во время этих событий погибли 129 человек, более 350 ранены. Позже ответственность за атаки взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». По данным прокуратуры, террористы действовали тремя группами. Из семерых нападавших шестеро впоследствии подорвали себя, а один был застрелен полицией. Однако следствие не исключает, что у них были сообщники, которым удалось скрыться. На выходных во Франции был объявлен национальный траур, который завершился в понедельник, 16 ноября.